Друзья, решили мы заехать с Анькой в гости по дороге к Ольшанскому Александру. Вот у него пасека, они как раз смотрят ее. Это с дороги вид, он сейчас нас идет встречать. Сейчас мне даст дыню, что я тут снимаю без разрешения. Видеооператор сразу. Привет. Привет. Вас встречает Александр Ольшанский. Ведущим пчеловодом. Привет, Саш. Иван Фабро. Привет. Будем знакомы. Знакомый тоже. Снимать можно. А как жарко в костюме, ну скажите. Снимать можно или нет? Там можно. А, ну все, нормально. Не жарко, то что здесь. Я подпиваю цю термуху. И получается, оно от воды сразу, и вообще отлично. Термухи нормально, да? А без термухи было бы А без термухи воно прилипає, вітер подув. И, короче, это, ну, не дуже комфортно. Одним краечком, да? Можно? Конечно, заходим. Я, кстати, могу на другий тучок мы открыли, цьому дуже. Можу провести, там без фальши стоять. Тут недалеко. Подивимось. Саня, вы забираете корпуса смену, да, на откачку? Не, вообще, це я, мы привезли их тільки. Звезли, и я зараз их більш-менш формую, так, десь по 4 корпуса залишаю. И будем уже закармливать сейчас, будем готовы. Новый корм. Красотища! А подход? Ты видел на каждом улике клеймо? Видел, подход вообще просто, я не знаю, это не то, что там я... Ну, у вас на вуликах, да. А у меня на спине. А! Саша! А клеймо целое, ну, полностью или побукино? Нет, цельно. Одна клеймо фамилия, а другая номер. Приезжай на пасеку, чтобы за просмотр пасеки надо платить гроши. Пойдем. Да, вот, дивиться. Да. Хабар. Хабари берут друг у друга. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восьмирамочные корпуса. Ольшанский. Смотрите, каждая рамочка с номером телефона. А номер телефона показывать можно? Можно. Сказали, можно. Смотрите, друзья. Сколько все продумано. Саш, а электро или газ? Или в печку? Все, я понял, через это. Саша, а какие пчелки вам? Рыженьки. А там хай сами думают, чи баква, чи итальянка. Так ты глянь, на каждой рамочке. Да, каждая рамка. Ну, подход. А что делать, если вдруг телефон поменяется? А, все. Не, ну це, конечно, класно, це бомба. А повністю і на втором точке восьмирамочні, да? Восьмирамочні, але там без фальців. А чого так? Чого не всі без фальцеві? Ну, от просто в мене... Ці дорожчі виготовлені, це раз. По-друге, вони важчі. Ні, ну це я знаю, так а чого сразу без фальцеві не робили? От в мене повністю пасіка без фальцева. А то, що ми хочемо, ми возимо їх, і виходить, що ми думали, що вони будуть розсипатися. А цей рік, як ми спробували без фальцеві, вони практично розсипаються, роз'їжджаються. Ну, не один за цей період, що ми двічі переїжджали і звезлися вже сюди. І не один якби не випав. Сусіди не жалуються? Нормально? Красота! Сонячна батареечка. Ну, як це. Все, пчелки літають хорошо. На поддонах по 4. Ну, тут вот система одна. Все видят. А, кстати, кормушку я...
Це тільки тут у мене американці прибігли. Я поняв. Там лучше не показувати. Ні, я получается дну полностью на четыре улья. Вот смотрите, сюда у нас заходит улей, то есть дна как такового нету. То есть корпус стоит на брусочках, чтобы не ездили. И снизу решетка, сетка. То есть вот такое дно сделано. Крыша, сетки, он видно валяется. Ну, короче, класс. И костюмчик. Ваня, ты видал американцев такие сейчас? Не, я не. Дадан Тенсон. Ага. Видал Америка? Америка! Так глянь. Да не, ну так на по весу. Да не відчувається вообще. Вообще, да? Вообще, ну я не відчуваю, що він там важкий. Так, ну все, друзья, мы были в Александра Ольшанска. На эксклюзивной пасеке, которую я сам сделал. Да. Подходом эксклюзивным тоже, кстати. Друзья, это мы приехали на второй тачок Саши. Точно так же огражден. Красиво. По-хозяйски. Тут подход, я говорю, ты сравни только у Ольшанского забора и у пасечника. У пасечника стахетник. А в Фаброши ФРБУшный. К этому надо стремиться, а? Тут вообще все ровненько. Тут участок поровнее? Да, тут участок ровненький, конечно. Тут уже без фальц, да, полностью? Да, так ты глянь, уже ульки. Если без фальца, там кто-то есть. Кто такие ульки делает? Тут Украина? Да, тут Украина. Глянь, подступ какой, смотри. Так, шип. Блин. Тут трошки выкручивай их теж, але не так, как... Не, они более стабильны. Саня, знаешь, что я тебе скажу? Завидую тебе. Вот сразу честно, завидую. Делай завистью. Потому что... Осина, да? По-моему... Липа, осина. Ну не сосна, это точно. Не, не сосна, не сосна. Ну, дерево такое на осину похоже. Ну, бачу, якщо порівняти цей корпус. Да, 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 да. І фальса. Ну. По весу? Та що по весу, що по точно дерева. Под заказ клеймо делали. Да. Ну просто я смотрю, що оно вижигає как-то, ну. Ровненько. Туда прям, ну, ровно. Тут видишь, чуть меньше. Ну, это просто больше прижали. И сколько тут на тачке, если так быстро мне не считать? Краска. Пищевая, да? 6. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 и 7, 35. Короче, сотня тут есть. Да, тут больше. Да больше, просто я, чтобы насчитать. Вот чем мне нравится, что можно территория небольшая, а на поддонах хорошо вместить количество. И еще знаешь, что мне понравилось? А скажи мне, пожалуйста, Саня, вот это ж улыки, одни есть фальц, другие без фальц. За дальнейшим? Без фальца. Только без фальца, да? То есть от тех уйдете со временем, да? Mm-hmm. Чтобы один был. Ну, это останутся. Мне просто сейчас треба найти клиента, просто такая партия велика. Ну, на этой так как и клеёночки. Да какой кирпич, нет. Которые у меня клеёночки, тут мне не нужны. Номерочки какие симпатичные. Видишь, эксклюзивный подход. Фанерка. Там пенопласт, да? Mm-hmm. Ну. Здесь, короче, ничего нет, сразу пенопласт, правильно? Да, пенопласт. И я в этом роде даже на большинстве с клеёнками стоит. Я вот так просто встал. А вот днище, друзья. Смотрите, 4 улья уже готовые, то есть сразу дно на все 4 улья, сетка, и сюда пчелки заходят. Это же под заказ, да? А, уже я видел тебя, подожди, где ты видел? Где? Канадцев. Где? Так, это же в Канаде,
щоб корпуса не з'ясовувалися. Да. У них такі защолочки. Ага. А це для... Задвіжка, щоб сіл. А в канадці просто стоїть, щоб туди-сюди корпуса не їздили. Так, ну класно, звісно. Сашки, спасибо за те, що нас прийняв. Себя в гостях. Заезжайте, будете проезжать. Все, друзья, поехали мы дальше. Он хочет, Александр Пасечник, два слова сказать о пасеке. Да, ребят, ну, одно то, что есть люди, пчеловоды открытой душой, это уже в нашей жизни большой плюс, потому как, ну, реально, не каждый человек пустит к себе во двор, не каждый человек... Конечно, я лично никого бы не пустил бы, и не показал бы, и не открыл. Поилочка. Поэтому вот такая ситуация. А это сейчас от погрузчика протектора, да? Да, да. Мне просто мне нравится, что у каждого пчеловода свой подход. Вот кто-то вот так, кто-то так. Вот у меня пасека стоит все расставлено далеко, косить надо. Тут все компактненько. Кто-то, видишь, на поддонах, днище, то все. Саша, а пыльцу не собираешь? Нет. А я даже не знаю. Класс. Ну все, жмем руки Сашке. Сашке. Вам дякую. Все. Друзья, поехали дальше.